Тем временем на улице Орловской в районе перекрестка с Ленина произошло ЧП на электросетях. Правда, здесь причиной была вовсе не стихия. По словам продавца одного из магазинов, около часа дня по улице проезжала автовышка. Водитель не рассчитал высоту своего автомобиля и зацепил кабель, который был натянут между двумя угловыми зданиями. В итоге кабель провис почти до земли, и водители были вынуждены его объезжать. А без электричества остались несколько магазинов и квартир.